Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом видео речь пойдет про аккумуляторную дрель шуруповерт Makita DF333DWYE4. Под видео в описании вас ждет подборка ссылок на магазины с лучшими ценами и полными характеристиками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Компактный аккумуляторный инструмент для работы в стесненных условиях. Конструкция позволяет не только установить крючок для переноски с любой стороны рукоятки. Инструмент можно поместить в специальную кобуру. Комплектация: шуруповерт, аккумулятор 2 штуки, зарядное устройство, чемодан. Патрон быстрозажимной 10 мм, две скорости 18 ступеней крутящего момента. Аккумулятор литиевый слайдер 12 вольт, в комплект поставки входит 2 штуки. Элементы управления дрелью шуруповертом Makita DF333DWYE4 традиционные. Курок-выключатель, при увеличении давления на который возрастает скорость от нуля до максимума. Ее величина устанавливается максимальным переключателем в верхней части корпуса. Выбраны значения под работу с материалом разной твердости. 450 или 1700 оборотов в минуту. Реверсивный переключатель с двух сторон верхней части рукоятки. Его можно использовать и для блокировки привода в промежуточном состоянии. В режиме шуруповерта агрегат Makita DF333DWYE4 можно настроить на работу с крепежом разных типов размеров и по материалу разной твердости. Диапазон настроек крутящего момента от 14 до 30 ньютона-метров. Инструмент рассчитан на работу с мелким крепежом до М6. Можно с помощью шуруповерта Makita DF333DWYE4 заворачивать и шурупы длиной до 63 мм. Для упрощения выбора подходящего крутящего момента в инструкции имеется специальная таблица. Светодиод подсветки у агрегата включается сразу при нажатии на выключатель, а выключается примерно через 10 минут после его отжатия. Такое после свечения очень полезно при работе в темноте. Не менее важно и то, что пользователю не приходится заботиться о состоянии аккумулятора. Ему не страшна перегрузка потока и перегреве или снижение уровня заряда ниже допустимого. Привод при этом просто откажется работать. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Люфтит патрон вместе с редуктором. Расположение подсветки. Нет индикации заряда батарей. Слабоватый аккумулятор. Теперь перейдем к положительным. Удобно держать в руке. Неплохой кейс. Набор бит. В целом шуруповерт хороший. Для домашних дел подходит идеально. Две батареи в комплекте. Момента хватает. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.